Так, бисерички, красотулечки. Давайте еще вам покажу. Сегодня классную эту штучку такую. Берем вот так лавашек. Так, знаете, так уже хочется какой-то выпендрежа. Значит, так берем лавашек, что сильно хочет раскрываться. Так, раскрываем лаваш. Порвался, ничего, можно зашить. Так, короче, лавашек. Берем чесночный соус. Видно? Видно. Вливаем чесночным соусом. Так, хорошо. На сам лавашек, понял? Так. Ложечку берем. Так, размешали. Хорошо, размешали. Ты поняла, чтобы так быстренько по під вечерю так зробить. Так, сюда ще нам надо кетчуп. Тоді в щурички наварити ще кетчуп. Чин-чин-чин. Так, теж розмазали. Так, розмазали хорошо. Так, тепер фарш. Куриний фарш. Тут у мене сіль. Горчиця. І отак теж по лавашу розподіляємо. Красивенько, акуратненько так розподіляємо. Видно вам там? Видно. Так, так, так. Оці котлети вже все так надоїло. Отак новеньке і вкусненьке. Так, я вам зараз показую быстренько, быстренько. Це коли у нас гості на порозі і треба быстренько, быстренько щось поставити. Тепер так закручуємо. Так, з двох сторон. Так, 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 так. Так. Форма. Відкладаємо. Форма. Олівка олія. Чин-чин-чин-чин. Чуть-чуть сейчас присолимо. Чуть-чуть присолимо. Так. И вот так вот. Так по размеру так складаємо, все, бачите? Тут які цілі. Ну, сейчас так або отріжте, або відламаєте. Так, кусочок отак не поміщається. Так, о, тепер сюди цей кончик. О, давайте отак сюди. І тут другий тоді. Помістимо ще тоді один. Так, це я зроблю трошки по-другому. Значить так. Соус тартар. Так. Соус тартар у нас тут. Кетчуп. Так. Видно, видно, видно. Так, розмазуємо, розмазуємо. Так, гарно, гарно. Отак розмазали. Тепер знову сюди. Вкладаємо фарш, розподіляємо так. Так, розподіляємо. Так, так, красивенько. Быстренько у нас была для гостей вечеря. Так. Так. Завертаем, девочки. Так. Завертаем красивенько, аккуратненько. Так. Форма наша.
Теперь начинаем отсюда, его выкладываем вот так вот по форме. Оп, подрезаем. Выкладываем еще одну полосочку. Так. Так, все. Отрезаем и вот так вот дополняем. Так, вот у нас так получилось, так? Что мы так попробуем? Вставляем пирожки. Теперь яйца девочки в любую емкость. Так. Сметана. Сметану, сіль, так, сіль, так гарно взбиваємо, добавляємо кетчупу 2 столових ложечки. Сюда сумеш нашу форму, распределяем так хорошо. Так, так, вот так вот. Так, у нас заливочка. Так, у нас купчена паприка. Так. И орегано. Так. И я ще хочу поламати, покрошити, порізати. Короче, хто як хоче. Ой-ой-ой. Сейчас сыр твердый. Так посыпали твердым сыром. Ну, на терочке можете, кто як. Все, девочки, 200 градусов, 20 минут, чтобы так прямо корочку взялось. И замечательный ужин для гостей. Так, девочки, прошло наши 20 минут. Значит, уже вечеря готова для гостей. Всем приятного аппетита. Вот такая красота, девочки, за 20 минут получается. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо.